Вот сегодня привезли мы такие реки. Жучок, 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 жучок мой. Для чего мы их привезли? Мы начинаем с сегодняшнего дня делать навес для наших курочек. Навес будет большой, 6х3. Рейки размером 2 сантиметра на 4 сантиметра. Стоит одна рейка вместе с привозкой 50 рублей. Вот как они резали на пилораме, размеры получились разные. Где длиннее речка, где короче. И вот настолько хозяин честный человек, что вместо 50 реек он 4 рейки нам положил бесплатно. Очень честный, порядочный человек. Теперь мы у этого хозяина на пилораме будем закупать всегда строительные материалы. Вот сегодня начнем делать навес. Какой у нас? Поэтапно будем делать. Буду снимать на видео и выкладывать. Жду вас в гости. До свидания.